Здарова всем, ребята, Кента пока на проводе, и прямо сегодня я притворюсь нубом против тренера. Это просто лютейший трэш, вы все этого ждали, вы все это просили, и прямо сегодня будет просто развал башки. Посмотрим также реакцию тренера на АВМ, Трэшер Хантер и на другие мои скины. И как обычно, очередная халява. Чтобы получить данный нож бабочку, тебе надо, во-первых, поставить лайк и подписаться на мой канал. Во-вторых, написать в комментариях свой ник и плюс свое ID. И третье, самое важное, посмотри все видео от начала до конца без единой перемотки. Всем удачи! К вашему вниманию представляю обновленный сайт GG Standoff. На него добавили новые кейсы и добавили новые скины с обновления 0.14.0. И конечно же, в честь обновления на новые кейсы скидка 50%. Тут ты можешь выбить даже перчатки. Тут есть бесплатный барабан бонусов, а по моему промокоду получайте еще один такой же самый барабан бонусов бесплатно. При пополнении вводи мой промокод и получай 40% обратно к пополнению. Также у них проходит конкурс на голду. Все нужные ссылочки ты найдешь в описании. GG Standoff — мой выбор. Ну что же, первым делом я зашел на сайт объявлений и нашел объявление тренера. Давайте почитаем описание. Обучу, как правильно играть в игру Standoff 2, все задавлено в личное сообщение. Учитывая то, что цена 20 гривен, что в переводе означает 50 рублей, я думаю, ребята, есть повод задуматься. Ну что же, давайте приступим к самому интересному, как я уже созвонился с тренером. Ну что же, приятного просмотра. Так, ну что, тренер, я зашел, вы где? Вы где? Я сейчас к тебе подойду, стой на месте. Тренер, а что делать? Что делать надо? Стоит на месте пока что. Так, тренер, я стою. А, расскажите, пожалуйста, а насколько у вас большой опыт тренерства? Я играю в Standoff уже 2 года. Ого, ничего себе. И что, вы какой-то киберспортсмен, наверное? Да. Так, ну что делаем, рассказывайте. Менять оружие на 1, 2, 3. Так. Всего симулятора. На симулятора, так, так, ага. О, у меня нож, смотрите, как вам? Кто это у вас нож? Да это М10? Да, М10. Я сдонатил и вот такой вот нож купил. Не, это плохой нож. Давайте я вам сделаю прокачку. Прокачку? А что мне для нее надо? Просто скиньте мне ваши данные от аккаунта от вашего мне в ЛС. И вы меня прокачаете? Да. Совершенно бесплатно? Да. Обалдеть, а что вы мне подарите? Нож крутой. Ничего себе. А это плохой нож, да? С него плохо убивается. Да, это плохой вообще. Типа я вообще никого не смогу убить, да? Да, вообще никого. О, смотри. Ты что делаешь? Ой, я случайно, извините, тренер. Ты где? Я сзади, тренер. Где? Ой, я испугался. Ты что творишь? Я испугался. Сейчас меня бьешь, я выйду. Блин, тренер, я просто думал, это зомби какой-то выбежал. Реально, я испугался, извините, пожалуйста. Я реально не хотел. Ты дебил? А чё меня оскорбляете? Извините. Все, тренер, купил дробовик, что делать дальше? Идите за мной. В темку. Ты что творишь, дебил? Тренер, извините, пожалуйста, я случайно, реально, я не хотел как-то. Как-то оно само выстрелило. Че, больной, я сейчас выйду нафиг из катки, понял? Не-не, не надо выходить, тренер, ладно, что делать, что делать? Я уже зашел. Что делать, тренер? Ты на базе. Так, я тут куда-то зашел, тут какой-то тоннель, какие-то ящики, какие-то стены. Такие светлого цвета. Тренер, что делать? На бат, ты где сейчас? Тренер, какой-то дом, я в дом попал. Тренер, я, короче, в доме, тут есть лампочка, я пытаюсь ее в рот засунуть. Ты что, вообще тупой? Как такие землячи носят? Тренер, да чего оскорбляете меня постоянно, вы уже надоели. Вы точно тренер? Да. Ладно, давайте, что делать, какой первый урок? Иди за мной. Иду, мы идем, тренер. Сначала в темку, идем за мной в темку. Да, где темка? Вон, вот тут она. А, вот это вот темка. Это темка. А, да. Буду знать. А вот видите, это? Тут темно, видите, тут темно. Да. А, ну да, логично. Тренер, смотрите, птичка. Че вы делаете? Че творишь? Ты больной! Пока, придурок. Да стойте, тренер, извините, случайно, хотел проверить. Тренер, извините, пошутил. Извините, больше не буду. Тренер, вы тут? Тренер. 5 минут later. Рассказывай ко мне проблема. Я, короче, просто рассказываю, тренер. Я обычно играю с друзьями и постоянно меня убивают, мне 0 киллов. Что делать? Постоянно, что делать? Ну, нужно стрелять, учиться в присте, как я. В присте? Давайте смотрю. Тренер. Теперь. О. Видишь? А, вот так, приседать и вставать. Да. Ну, чё себе, тренер? А это реально работает. Попробуй я сейчас стою убить. Тебе не получится ничего. О, убил. Чё? Молекула, ты меня задолбал уже. Так. Кто? Молекула? А чё вы молекулой обзываете? А, блин. Да ты вообще полный нубас. Я тебе сейчас давайте 1-1 сыграем, я тебя просто убью. Так тренер, так подожди, так вы же тренер, а чего теперь вы говорите, что я нубас? Конечно, я нубас. Подожди, я говорю делать, ты ничего не делаешь. Я делаю, тренер, вот смотрите. О, убил. Ты чё творишь? Ну вы же сказали по вам стрельнуть. Необразованная макака.
Тренер, кстати, у меня есть еще один скин. Вы бы не могли его оценить, если вам не сложно? Да, покажи. Вот. Чего? Гниночи, ты вырубай! Выруби, сейчас я разработчикам скину это все, тебя забай! Не надо, тренер! Выруби! Я просто нуб, и поэтому я играю с щитами. Тренер, выруби. Пожалуйста. Да тренер... Скинул мне сюда ее. Да тренер, не надо! Я не хочу вам отдавать. Тренер, извините, отдал. Пожалуйста. Тренер! Ладно, держите. Тренер, я не хочу скидывать, это мой скин, единственный. Ну рассказывай, как ты получил, значит тебя убью. Да тренер, да я просто в ММ играл, как-то играю с друзьями, мне выпало. Что, дорого стоит? А сколько стоит? Не, она дешевая. Пиши данные от аккаунта, я тебя прокачаю. Прокачаете? А как именно прокачаете, расскажите. Куплю тебе новый нож, такую же ВМ, только она будет, только у тебя с Gold School'ами будет. А что такое Gold School? А что такое наклейки? Это такие золотые наклеечки, очень дорогие. Тренер, я вам выкинул ОВМ, вот смотрите, как вам ОВМ. Чего? Сейчас им друзьям покажу, никто не поверит. Друзьям? Так вы же говорите, это плохой скин, или это хороший скин? Да неплохой. Еще, как вам вообще такой скин, тренер? Не очень? Да не, фу, вообще. Вообще фигня. О, тренер, я вас выиграл 8-0. Я тебя буду учить, как играть с ОВМ. Хорошо. Бери ОВМ. Взял тренер, что ж, что делать дальше? Во-первых, нужно сначала стрелять сидя всегда. Ага. На одном месте. Ой. Ты чё творишь? Да я случайно, тренер. Больной, что ли? Ой, тренер, вы заднее сальто только что сделали. Синдромный. Кто? Синдромный ты. А чего оскорбляете меня, тренер? Что вы себе позволяете? Ты адекват. Я вам деньги за сюда заплатил, тренер. Или я требую возврата моих денег? Нет. Стой на месте. Стою. Стреляй по этой корове. По корове? Так она же не живая, тренер. Так надо. Тренер, короче, все, ты мне надоел. Давай сыграем дуэль, я тебе покажу, как играют настоящие профессионалы. Давайте. Так, ну что, тренер, играем тогда дуэль против вас, да? Да. Ой. Ну ты что, больной? Читы врубай. Да, тренер, папа учишь сейчас. Да тренер, это не читы. Это я просто так играю. О. Ты что творишь? Читы врубай. Тренер. Ты говорил, сука, раз уже. Тренер, чего вы так плохо играете, тренер? Боже, ненормальный. Тренер, 5-0 я выиграл. Ты дурак, читы врубай. Да тренер, чего вы кричите? Тренер, иди, все нормально. Неадекват, с читами. Тренер, вы что-то плохо играете. Ого, тренер вас на нож посадил. Ты что творишь? Тренер, я уже лучше, чем вы играю. Тём, я бежу разработчику, всем. Да не надо, только не разработчику, пожалуйста, только не разработчику. Я собираюсь, все, я собрался. Только не разработчику пишите, кому угодно, но не разработчику. Ой, тренер. А что с нами произошло? Вас я написал. Все, сейчас тебя забанят. Тренер. Я без пересела убиваю. Тренер, слушайте, ваши тренировки работают. Тренер. Я сейчас уйду, понял, звонка, я буду говорить. Ничего себе, тренер, я уже лучше, чем вы играю. Теперь вы мне будете платить за тренировки. Слышите, тренер? Тренер. Нет, ты не лучше меня играешь. Все, тренер, 1-0. Играем только с ВМ, без ножей. А, хорошо, только ВМ, да? Неадекват. Читер, тупо да, вонючий. Да я не читер, тренер, я просто... О, тренер, знаете? 12-1, все, молодцы, вы уже почти мы выиграли. Слушай, тренер, а если я играю лучше тренера, что это означает? О, я вас опять замочил. Ты не играешь лучше меня. Да как, 13-1 я вас побеждаю, и как это я да играю? Да это же ты раб, я тебе подаюсь. А чего вы мне подаетесь? Так не надо подаваться. Все, я... Ничего себе. Начинаю играть. Играем до 15, сейчас тебе покажу, что такое камбэк. Ничего себе, тренер, вы жесткий. О, 14-3, еще один раз, и я победил. Угу. Тренер, представьте. О, все, победа! Не считалось, когда у меня будет 15, а не у тебя. Ага, когда у вас будет 15, так у вас никогда не будет 15. Мне будет 15. Ой, тренер, вы опять проиграли. Ну, тренер, ну что такое? Вы настоящий тренер или кто вы? Опять! Короче, все, прости. Прости, ты играешь хорошо. Короче, давайте я прокачаю. Пиши логин и пароль мне. Сейчас я прокачаю. А, хорошо. И вы реально прокачаете? А что мне дадите? Да. А что мне дадите? Подарю. Такую же ВМ точно же. Ага. Только с голд скулами. Ага. Вот, смотрите. Я пишу вам ML сейчас. ML. Надо пишите. Вот. ML написал. Локсусит ML, да? Да. А теперь, вот это пароль, смотрите. Вот это пароль. Попробуйте сейчас это ввести, и вы зайдете на мой аккаунт. И вы мне подарите дорогие всё, скины. Дорогие скины? Да, очень дорогие. А чё, пароль такой тупой? Ты тупой? Да нет, больной. Тренер, да тренер, всё, это пароль пока. Такой. Минус тренер. Короче, ребятки, если вам понравился подобный видеоролик, обязательно поставьте огромнейший лайк, подпишитесь на мой канал и давайте хэштег в комментарии «Го продолжение», и тогда я обязательно сниму продолжение данной рубрики. Ну что же, с вами был ваш Кентуха, всем удачи и всем пока!